Для 58 шымкентских семей сегодня праздник. Этого события они ждали годами. Им вручают ключи от новых квартир в микрорайоне Нурсад. С новосельем жильцов поздравили аким города Габидулла Абдрахимов и заместитель акима Южно-Казахстанской области Дархан Сатыбалды. Уважаемые жители, поздравляю вас с праздником и новосельем. Пусть в ваших домах царит мир и спокойствие. Новоселами стали малоимущие семьи, сироты, а также государственные служащие и военнослужащие. Среди новоспеченных жильцов и семья Дошановых. Пожилая супружеская чета не может поверить, что их мечта сбылась. Мы очень счастливы, что оказались в этом списке. Для нас, супруга, это важно. Отметим, крыши над головой семьи получили в рамках программы «Доступное жилье 2020», которая реализуется в рамках проекта развития регионов страны до 2020 года. Определены несколько приоритетных направлений участников. Это те, кто стоит в очередях в местных исполнительных органах, получают жилье по линии Жилстрой Сбербанка и по линии Казахстанской ипотечной компании.